Всем добрый день. Хотел показать свою работу на этой неделе. На этой неделе я сшила вот такие чуни. Вот здесь овчина, здесь натуральная кожа. Сделала выкройку. Отдельно подошву вырезала, отдельно вырезала верх чуни. Потом сшила обыкновенной черной ниточкой на металл и ниточкой ирис прошила. Вот так вот они выглядят у меня. И сшила себе вот такие чуни-тапочки для дома. Вот так вот они выглядят. Вот. Ширина моей тапочки 27 сантиметров от мысочка 14 сантиметров и во всю длину. Моя тапочка в 23 сантиметра. Вот такие уютные тапочки у меня получились. Вот. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорых встреч в новом видео.